17 февраля во время Мюнхенской конференции по безопасности президент Украины Владимир Зеленский провел телефонный разговор с президентом США Джо Байденом. Об этом глава государства сообщил в своем телеграм-канале. Как отметил Зеленский, во время разговора с американским коллегой обсуждали текущую ситуацию на поле боя. Я рад, что могу рассчитывать на полную поддержку американского президента. Верим и в мудрое решение Конгресса США. Поддержка Украины – это поддержка демократии и свободы. Мы должны вместе защитить эти ценности. Договорились поддерживать контакт в связи с приближением второй годовщины начала полномасштабного вторжения. Кроме того, Байден отреагировал на вывод украинских войск из Авдеевки, Донецкой области. Он считает, что такое решение пришлось принимать в частности из-за американских законодателей, которые до сих пор не одобрили предоставление Украине экстренной помощи. Об этом говорится в заявлении, опубликованном на сайте Белого дома. Президент США подчеркнул, что Конгресс должен срочно принять законопроект о дополнительном финансировании национальной безопасности для пополнения запасов украинских сил. Если мы оставим Украину, если позволим начать распад НАТО, все это совершенно не соответствует интересам США. И мы тогда нарушим свое слово. Мы же пообещали так, что пора сделать так, чтобы Конгресс вернулся и принял закон о финансировании НАТО. Это крайне важно. Тем временем Дания решила передать Украине всю свою артиллерию. Такое заявление сделал премьер-министр страны Мэтт Фредериксен во время выступления на седьмом украинском ланче в Мюнхене. Фредериксен также призвала другие европейские страны передать Украине свои средства ПВО и боеприпасы, поскольку Украина сейчас нуждается в них больше. Мы, Дания, решили передать Украине всю свою артиллерию. Поэтому, извините, друзья, в Европе есть военное оборудование. Это вопрос не только производства. У нас есть оружие, боеприпасы, системы ПВО, которые мы пока не используем. Их надо передать Украине. Напомним, в последние недели ситуация в Авдеевке и Донецкой области существенно обострилась. Россияне бросили туда значительные ресурсы. Соотношение войск составляло один к семи, а порой и больше. В ночь на 17 февраля главнокомандующий ВСО Александр Сырский сообщил о выводе украинских подразделений из Авдеевки. Он отметил, что украинские защитники достойно выполнили свой воинский долг, сделали все возможное для уничтожения лучших российских воинских частей, а также нанесли оккупантам значительные потери в живой силе и технике. А президент Украины Владимир Зеленский и выразил уверенность в том что украина вернет авдеевку мы хотим сохранить жизнь наших ребят я рад что такое правильное взвешенное решение есть у военного командования и мы об этом говорили я рад что мы работаем в этом направлении мы все вернем мы ничего этим убийцам не отдадим это факт я в этом уверен